Илон Маск считает, что есть не нулевой шанс того, что мы живем в симуляции, а не в реальности. Примерно 40 лет назад у нас была игра Pong с двумя прямоугольниками и точкой. Да. Это было... Что это была за игра? Сегодня, 40 лет спустя, мы имеем футуристические 3D-симуляции с миллионами людей, играющих одновременно, и они становятся лучше с каждым годом. Скоро у нас будут виртуальная реальность и дополненная реальность. А шанс того, что мы живем не в симуляции, один на миллиарды. Если мы живем в симуляции, то есть в компьютерной программе, то, как и у любой компьютерной программы, здесь есть наверняка какие-то баги, скрытые возможности или чит-коды, которые можно использовать. Если ты когда-нибудь играл в Super Mario Bros., кто знает, что там местами раскиданы невидимые ящики, которые ты можешь использовать для того, чтобы на них запрыгивать. И если ты найдешь подобный ящик на своей площадке, то ты можешь использовать его для того, чтобы научиться подтягиваться. Ты просто можешь вставать на него ногой, отталкиваться и подтягиваться. Значит, орбиту 0-1. Обычно вкладом идешь. Кстати, в детстве лет 9. Неужели ты действительно поверил, что есть какие-то воображаемые, невидимые ящики? Серьезно? В смысле не тот турник? Ты имеешь в виду... А, дальний? Мне сейчас сказали, что я просто не под тем турником пробовал. Попробуем за дальним турником. Я думал, все это пранк. Я не думал, что какой-то невидимый ящик вообще существует. Что за ерунда? Но теперь, во-первых, ты знаешь, что мы живем в симуляции. А во-вторых, ты знаешь самый простой способ научиться подтягиваться, который ты можешь попробовать уже на следующей тренировке. Главное, найди турник, под которым есть невидимый ящик. Ты почувствуешь его, когда поставишь на него ногу. Просто затем отталкиваешься, и все получается. Черт. Ох-ох-ох-ох-ох-ох.